Всем привет! Вы на канале Виконста. Сегодня мы прогуляемся по Петровскому району. Покажу интересные ключевые точки, немножко расскажу, что сейчас происходит в самом городе Донецке. Так сказать, все от первого лица. Вы своими глазами видите, а я вживую это все. Ну и вооружившись маской, так как желательно посещать общественные места только в маске, неизвестно, кто болеет. Может, я являюсь носителем какой-то инфекции, поэтому сейчас такие есть у нас рекомендации. Меньше слова, больше дела. Погнали со мной, погуляем. За Петровский район у меня есть некоторые выпуски на канале, поэтому, кому интересно, можете в разделе плейлистах найти эти видео и посмотреть. Сейчас мы находимся в самом центре Петровки. Это Петровское кольцо. Еще его называют Площадь Победы. Сюда ездят 42-е маршрутные такси, также 42-е муниципальные автобусы. Что касается еще транспорта, здесь через Трудовские, Петровку и через 10-ю ездит 60-й автобус. 60-й А, 60-й Б, смотря в какую сторону вам нужно ехать. Что касается самого Петровского района, то Петровский район граничит с Кировским, и разделение является мост. Мост, который, я думаю, каждый знает. А если кто не знает, то как добраться на Петровку, большинство людей ответит, я вам не подскажу, так как последнюю ключевую точку я знаю, это текстильщик. После моста начинается Петровский район. Большинство людей, жителей Донецка, мало бывают в этих районах, поэтому сегодня я проведу экскурсию, так сказать, по центру самой Петровки. Петровский район очень большой, преимущественно невысокие пятиэтажки. Это в центре, ну а на окраине двух-трехэтажки. Также здесь присутствуют, как и в любых других районах, школы, садики, магазины, ну и рынки, соответственно. Сейчас мы пройдемся в сторону рынка. В основном я снимаю и показываю центр города. Ну, очень много людей просят показать, как идет жизнь на западной окраине Донецка. Это самая западная часть города. Здесь у нас первый республиканский магазин. На часах у нас 10:20. Будний день. Большинство людей, конечно, работают в центре города, так как там больше перспектив, а здесь, ну, как бы с работой не сильно хорошо, и оплатой, соответственно, тоже. Центр города, соответственно, является самой высокооплачиваемой точкой. Конечно, есть на отдельных районах интересные какие-то рабочие места, но по оплате я вам не могу сказать. Сегодня мы также зайдем на Петровский рынок, прогуляемся, покажу я вам ассортимент товаров. Ну, дефицита продуктов нет. Кому интересно, у меня просто огромное количество плейлистов по поводу рынка в городе, магазинов. Цены особо не меняются. Если вырастают, то приблизительно 5-10% от среднерыночных цен. Это у нас остановка Петровское кольцо. Как я и ранее говорил, здесь вот 42-е ездят. В сторону города. Проезд 11 рублей. Также на текстильче ходит 58-й маршрут. Это с автостанции Трудовская. Здесь небольшой стихийный рынок. Люди торгуют чем могут. Ну и здесь начинается мясной павильон и сам центральный рынок на Петровке. Огурцы по 100, редиска, помидоры 170. Ну, цены разные. Немножко так прогуляемся, покажу я вам некоторые из товаров. Это у нас овощи. Яблоки 75, картошка 55 молодая, капуста 80, картошка 20, 28, 55, это лук у нас, помидоры 180. Многолюдно, я бы сказал. Большинство людей, конечно, в маске. Продавцы, я смотрю, практически все в масках. Здесь в основном большинство людей овощи покупают. На этом рынке я обзор еще не проводил, поэтому смотрите. Также есть здесь и строительные товары. Немножко дальше можно купить товары на сельхозтехнику. Ну, цены, кому интересно, можете на паузу нажать, особо зацикливаться не будем.
здесь уже начинается более строительный рынок. Сама площадь небольшая, но здесь все есть. То есть рынок разделен на две части. Продукты и что касается хозяйственной части. То есть быт там, болтики, шурупики, все есть. Также можно купить здесь некоторые товары для домашнего пользования, там тапочки. Ну, все, что хотите. Лишь бы были деньги. Вот мы оттуда зашли и получается здесь в этой стороне вышли. Хочу еще показать вам немножко Петровского района, так как пешком это все дело нереально осуществить. Поэтому проедемся. В некоторых моментах, может быть, выйдем, я вам покажу ту или иную точку. Выезжаем мы на самую широкую большую улицу, которая соединяет Кировский и Петровский район. Это улица Петровского. Она продолжается до самого конца Донецка. Это Трудовские. После этого она переходит плавно в сторону Марьинки. И там уже линия разграничения. Ну, это у нас продолжается Петровский рынок. Здесь уже хозтовары. Дальше уже начинается Трест. О, кстати, ярмарка, что ли? Давай, дядя, проходи. Одеваем маску и пойдемте глянем, что там у нас сейчас продают. Я вижу колбаса домашняя. Это домашнее производство. И тут всякие приколы. Ух ты! Барсучий жир, собачий жир. Все, что хотите. Всякие лечебные травы. Печеночный чай, фитосбор. Ну, это вам так, на заметку. Чтобы было. Мисочки, ведерки. Здесь также одежда продается. Но все продавцы в масках. Абсолютно все. Там тоже продают колбасные изделия. Ну, вот это так все здесь происходит. Школа искусств. Она сейчас так называется. Раньше там проходили выставки. Можно было записаться на кружок танцев, рисования. Ну и все остальное. Сейчас я не знаю. Может быть, еще какие-то секции там работают. Так, ну что, эту часть я вам показал, что здесь продают на самом деле. Поэтому сейчас будем отправляться в сторону отдаления от центра самого Петровского района по одноименной улице Петровского. Что касается местоположения, то этот район находится вдали от самого центра города, поэтому добираться сюда очень проблематично. Во-первых, большие очереди на яме, на 42А, когда студенты учатся, все как бы работают, никаких осложнений в жизни нет, то можно стоять в очереди, но я вот лично стоял до часа, чтобы сесть. Если вы хотите просто поехать, но сидеть вы не будете, чисто стоя, то, соответственно, вам нужно будет просто зайти в автобус и ехать стоя. Но автобус будет полный. Вот мы и доехали до 14-й больницы. По левую сторону на нас там будет и справа Амстор. Сейчас мы заедем прямо туда, если там не закрыто. Очень много людей в свое время сюда приезжало и делало покупки с Марьинки, с Красногоровки, с Угледара. Ну вот вам и Амстор на Петровке. Он закрыт. Амстор на Петровке. И вот такие смайлики вместе с надписями «Доброе утро».
идет серия ставков, которые между собой также связаны. У меня есть видеоролик на канале, где я показывал вам некоторую часть природы. Но это цыганский поселок. То есть, кто местный, к примеру, я вырос сам в Петровском районе, и эти все места довольно-таки знаю хорошо. Если меня, к примеру, отвезти в другой район, я местность не знаю, поэтому рассказывать там особо вам нечего будет. Что интересно, я всегда рассказываю, делюсь по времени. Наличие шахт, это шахта Петровского. Вот, кстати, это один из ставков, который продолжает свою череду. И вот так выходит он аж в ту сторону, где мы сейчас скоро будем проезжать. Эта вся речка впадает в Кураховское водохранилище. Дальше идет там, если поехать через АБЗ, вдоль идут дороги, которые связывают Донецк, Красногоровку и Марьинку. Там вентиляционные стволы. Эти вентиляционные стволы подавали воздух для того, чтобы было поступление кислорода в саму шахту, в забой. Под нами может быть сейчас пустота. На какой глубине, я не знаю. Кто может подсказать, тот, я думаю, напишет в комментариях. По правую сторону у нас виднеется огромный, самый высокий терекон по Донецку. Это терекон шахты Челюскинцев. Его высота, по последним данным, составляет более 120 метров. Изначально терриконы выше 100 метров запрещено было насыпать, так как они не могут держать свою конструкцию, со временем они обваливались. Но вот такая вот интересная, занимательная история о терриконах, которые находятся вокруг нас. Представьте, вот эта вся порода, которая сейчас перед вами, была под землей. Это колоссальный труд. Представьте, сколько нужно добывать угля, чтобы эти все терриконы насыпать. Это десятки тысяч тонн, сотни тысяч тонн, может даже миллионы. Да, они излучают радиацию. Изначально это всем известный факт, так как все, что находится под землей, чем глубже вы копаете, тем, соответственно, вы лезете туда, куда лезть не нужно. Но люди используют все ископаемые материалы для своей нужды. Сегодня мы погуляли по Петровскому району. Это западная часть города Донецка. Если вам нравятся такие выпуски, мини-истории, то обязательно пишите. Пишите, что думаете. Не забывайте ставить лайк. Меня это мотивирует для создания новых видеороликов. С вами был Виконста. До новых встреч. Пока-пока. И вот даже при завершении этого видеоролика, сейчас мы находимся практически на жилплощадке. Там она начинается. Стела шахты Трудовская, в таком она состоянии. И здесь также работают коммунальщики. Даже в посадке люди убирают. Всем удачи, пока-пока.